Опять на кабане бегу, да? Сколько у них, блядь, ресов? Капец. Обратно побегут. Это не столь важно. Главное успеть. Да, они стараются шибить фотонки, обрати внимание. То есть их только фотонки интересуют. А, даже миниган турели пошибали. Ух ты, парни. Да. Фотонки их основная проблема, они их собираются уничтожать. Угу. Они очень боятся именно фотонок. Довольно забавно, кстати. Надо больше фотонок ставить. У них весь расчет ихнего боя на войну без фотонок. Если есть фотонки, походу, это им очень неприятно. Так. Никогда не ожидал, что фотонки меня будут так жить спасать. Заебали ты меня уже. Надо искать ихнюю базу. Ну, я так полагаю, база у них все очень просто. Опять пошли. Ага. Так, а хлыстом под водой я могу махать? А хлыста у меня нет на этом сервере, да? Зачем столько тоников амнезии? Вот в чем вопрос. Они хотели под водой быстрее плавать, скорее всего. Да. Кстати, спасибо за тоники амнезии. А ты им самим этот бред не надоел? Мне главное сохранить фаундейшены. Ну, на остальное так, немножко наплевать, если честно.
почему турки не срабатывают? Мне интересно сейчас другое. Да нет, нормально все сбивается. Франки. Это два турки. Пока не включен. Так. Дай-ка я попробую гранатометом ёбнуть, что-то мне уже заебал. Да при том-то реально. Снайпер охуёв. Погоди. А чем он по мне стреляет, я понять не могу. Так. Там уже фотонки херачат, но они не сильно бьют. Так, пойду-ка я позаряжу. Турки достали меня. Где они, сука, живут? Вот в чем вопрос. Подводную базу только мою не атакуют, я смотрю. Так, АП автотурет. Нет, мне надо, короче, брать не Т-2 турки, какие-нибудь нормальные турки. По 500, короче, буду. Ага, все, вот он побежал, побежал сразу. Скотобаза.
Да кто бы сомневался-то, а? Да вот хуй тебе. Опять там. А, не убила. Вот это вот хреново. Они достали уже тэпать обратно живку. Просто реально. Ну так турок надо немного, там по одной буквально хватит. Патроны я сейчас возьму с собой. Потомки я буду делать сразу там на лету. По пятихатке буду ложить, там не проблема такая. Кто? Черт, забыл эти фаундейшены. Нет. Так, фаундейшн, и что мне еще там надо? А 21 это мало. Хотя бы столько возьму, на первое время хватит. А кто бы сомневался, а? Так, надо подрубить второй щит. Сейчас щит порублю. Они его разносят, будут заряжать турки. Это гранатомет как бы довольно-таки имбово, эта херня, я смотрю. Понимаю, что на некоторых серверах ее правильно сделали, что убрали. Так, будем, короче, ориентироваться не на Т2 турели, а просто на фотонки и АПшки. По 600 заправлять, да и похеру. Ул применить, закрыть все. С этими многозначными видами турелей и нихера не справлюсь. У меня даже те турки-то и не включены. Ой, я молодец. Надо включить их срочно. Пока щит еще держит. Может щит снимать по новой, хоть читерство, ну ладно. Так, Т2 турет. Включить. Давай 300. Закрыть, вот так вот.
Блять. Зараза. Надо всегда будет взять арбалет и хукать их. В случае чего. Вот так вот. И где эти крюки-то долбаные? Ну, я их не выбрасывал-то точно. Блин. Вот они. Да, конечно. А жестковато. Пришел с работы, блин, называется. Это они меня с утра рейдили, пока меня не было. То есть они меня ни вчера, ни позавчера не трогали. Они ждали, ёпта. Писец. Бола-бола-балабол. Так, еще вот телефона мне не хватает, конечно. Блять, как все вовремя-то, еб вашу дивизию. А жалко, вообще-то неплохой сервак был, мне понравилось. Думаю, ребята нормально будут играть, да ни хрена. Решили побагаюзить. Очень по-свински. Ладно, я попробую с ними сейчас еще посражаться немного. Видео пока заливается. Щит уже можно отрубать. Не-не-не, мне не это нужно. Каком компайк? Да нет, и мне нужен. Тоже не ты. Щит-то отключить сейчас. КРП может снять. Ой, давай турку сниму. Так, а давай-ка я сделаю немножечко попроще. Я возьму репликатор. Сниму. И вырублю щит просто. Вот вы серьезно сейчас, да? А чего я подойти-то не могу? Что мне мешает? А, у меня же это стоит хуйня внизу. Точно, ее надо убрать. Блин, не люблю, конечно, такое. Ладно, посражаемся с ними до конца. Чего ж тут терять-то уже? По сути, нечего. Уже отхилилось, что ли? А это мне какая? 1-1. Блин, там еще получится у тебя. Давай, держись. А, не получилось. Надо, кстати, у меня альфа-хилки-то есть. Ну, опять же. Отсоси. Отсоси.
Ребят, делаем медленно со самбо. Жалко, она стрелять не умеет теком. Вот это единственное, что хреново. Пулку мы убили, сволочи. Да не поможет тебе это. Сколько раз повторять. Ребят, вы заебете со мной турки делать. Честно признаюсь. Еда вообще по нолям. Погнали. А, еще и два щита поставили. Ну, типути. Они дохуяли щитов? Ну все, ребята уже поняли, что им терять нечего. Тоже таки это забавно. Чё они придумают-то, кстати? Они больше вообще ничего не могут, да? Утю-тю-тю-тю-тю-тю, злая мартышка. Ну чё, погнали. Главное не путать эти вот педали. Всё, уходим. Четыре, три, два, один, ноль. Да насрать мне на тебя, дебил. Я тебе все тулки поразряжаю нахрен, да и все. Ня-н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 я. Ну, блин, вот так вот через текстуры. То есть, а еще они будут мне доказывать то, что они там что-то делали. К сожалению, мод до конца я не успел изучить. Вы пробуете меня убить, наверное, да? Да-да-да. Ай, блин, вот реально жалко. Север-то хороший был, вроде с парнями нормально воевал. Но, блин, нахрена читерить-то? Угу, да-да-да-да-да-да-да. Так, боюсь, что уж писец. Ой, блин. Я на одной акуле с ними сражаюсь. Три человека со мной сражаются. Мне интересно по большей части
Кто там патроны так делает? Опа, уходим. Пять. Оп. Что, че ты постоянно жрать хочешь? Надоел уже. Они хреново тормозят-то, я тебе скажу. А, умерли. Меня убили. Жалко, конечно. Довольно, если честно, да, реально обидно. Хороший сервачок. А вот из-за таких вот уродов и невозможно играть. Ну да, они тут заблочили мне все нахер. Эх, не умеют по-другому играть. Просто не умеют. Еще они мне будут доказывать, что они здесь прошли. Да уж, обидно. Тут есть одна проблема. Вы не можете тэпнуться к Дина. А, они еще и платформу поставили. Ну, короче, ребята багаюзят как могут. Ну, нормально вообще, в принципе, ПВП, но, блин. Вот так, если серьезно разобраться... Полная хуета. Жалко. Жалко. Так, надо посмотреть, что они там писали, в принципе, в общем целом. Сейчас давай-ка я сфоткаю. А мы стримили или что? And be stream, I know for the... Сейчас посмотрю, друзья мои. Скажу вам сейчас. Придется встать немного. Ну, вот тут понятно уже, что разнесут. Потому что это не основная оборона, но обидно. Так, перевод по фото нужен. Блин, у меня закрылась эта вкладка. Сейчас посмотрю, что они там написали. То есть не выдержали, парни, жалко. Кто вошел, разместить поток известен из администрации. Так, время, как вы получаете общий смайт, это любой артефакт. And the stream. Ну. Да, конечно, они поставили телепорт и тэпнулись. Я так и поверил. Сейчас надо спросить, у вас есть видео доказательства, что вы телепорт поставили?
Сейчас спрошу. Просто если бы не размещали телепорт, они бы так не ныкались за той стенкой. Это я сразу объясню. Напишу, если нет, то доказательства. Sky. Ну, давай посмотрим. Сейчас, короче, посмотрю, друзья, на паузу боковую иду.